Путин назвал причину пожара в Кемерово. Российский президент назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли более 60 человек, произошел, в том числе из-за преступной халатности и разгильдяйства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства, сказал Путин. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания. Как сообщалось, совладелец сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов выплатит семьям погибших компенсацию размером 3 миллиона рублей. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.